Друзья, как я не рад этим карасям, которые попались, вот эти три штуки, лопатулечки. Вот такие вот. Это где-то шестидесятники карасики. Вот. По сравнению с вот этими ротанчиками, вот. Эти ротанишки-то попались вообще. Пять штук всего ротанчиков и три карася, друзья. Это вообще хрень полная, блядь. Они сожрали весь хлеб, у меня осталось там вообще буквально... Два кусочка зарядил всего. У меня здесь был хлеб. Я надеялся, что ротанам будет это все дело. Да на самом деле, вот, друзья, придется вот этим вот карасям было все сожрать надо было. Уродом, блядь. Сейчас, короче, заряжаю. Зарядил уже, закинул картяшку. Короче, сейчас их складываю в рюкзак и пойду дальше. У меня, короче, 6 патронов. Дробовых есть, дробь есть у меня, короче, прошлогодняя. Пятерка, по-моему, или семерка. Но вот попробую сегодня на перелетах утиных постоять, пострелять. Ну, не знаю, не гарантирую, что что-то будет, как бы нормально. Эти патроны самозарядные, мне подогнали в том году. И это, ну, во-первых, раз, подогнали. Во-вторых, они, короче, дутые жопки у них, они в ствол у меня херово лезут. Я сегодня надфилем их подточил. Вроде залазить стали. Так-то обычно, если фигово лезет гильза, я ее прогонял. А тут он раз с живелом, то я не стал прогонять, как бы. Это два, три. Короче, балбес заряжал один. У него, короче, вместо тоненькой вот такой прокладочки сверху на дроби, вот полпыжа, короче, толстый. Вот такой вот. Есть же пыж толстый, который два штуки в патрон вставляешь. Он его напополам, и прокладку сверху, и снизу дробь, короче, сразу получается. Не знаю, что этот пыш будет влиять на стрельбу или нет, но я в том... Он мне 10 штук давал, я в том году 4 раза стрелял, но ни разу не попал по уткам. Вот и осталось 6 штучек, короче. Ну, проверим, что будет, короче, друзья. Ставим лайкосик вот такой вот. Подписываемся на канал, оставляем комментарии, друзья. Продолжаем следить за моим каналом. Ну, вот как-то так, друзья. Вот в такой вот лужице ловлю ротанчиков. Но сегодня нифига что-то нету. Может, вечером что залезет. Посмотрим, друзья. Ладно, все, отключаюсь. Пошел я дальше. Друзья, вот смотрите, видали, раз самолет шпарит, потом вот так берем, два, потом вот так, три, и вот тут вот четыре шпарит, видите, и вот еще пролетели, короче, три штуки. Ну а тут прям вот фигачат. Смотри. Вот он. Так, стоп. Где он? Фокусировочка. Вот раз. Ведем. Два. Ведем. Три. Ведем. Четыре. Видали, как они взлетели? С Омска, видали. Шпарят. Короче, 14 суток профукал. Взлетели и улетели. И вот здесь, короче, еще вот были самолеты. Летели, короче. Вот. Не, вот, друзья, видите самолеты? Один вот. И один где-то вот здесь, короче. Вот он. Короче, 4 штуки летит. Вот он. Короче, сейчас ставь приближу. Вот он. Раз. Вот. Два. Три. Четыре. Офигеть. И главное, одной траектории летят. Может быть, они вот на сколько? Минуты на три. Один от одного попозже взлетали. Военные действия, наверное, какие-то. А может, кто-то в отдых полетел отдыхать. Ну а тут, друзья, вот такая вот заболоченная местность, короче, поле. И вода сейчас осела, ушла. Сейчас вот идешь, ну, тверденько как бы. Вода стоит здесь уже, наверное, года 4. И вот она падает постепенно каждый год. И вот сейчас я вот так вот шел, короче, туда зашел вот так вот. Ну, не смог, там сапоги у меня уже больше половины, короче, не пошел. Хотел туда подойти, к кромке озера. Там мудорез, короче, растет. Развернулся обратно, дошел до сюда, метров 20-30 прошел. Кашлянул, короче, и оттуда он как поднялись, 14 штук и полетели, короче, 3 в одну, остальные туда, короче, и один в другую сторону, короче, посидел, подождал, 3 штуки покрутились. Так, друзья.
я их и не дождался, но вот сейчас решил обратно идти. Вдоль озера пойду. Ну а так вдоль озера двух штук тоже поднимал, что. Сейчас проверим, может, опять поднимется, друзья. И вот сюда вот подходил, когда вот здесь вот вальшнеп, короче, взлетел. Но я не стал стрелять, у меня на него путевка. Только на весну, друзья. Вот как-то так, ребятульки. Вот так вот идешь по такому вот месту. Все, друзьяшки, давайте ждем дальше. Вот. Прочитал земель твой комментарий. Не, камеру ни с кому не сделал. Наоборот, мужичок помог, короче, заклеил ее. А сейчас мне надо вообще покрышку новую. Хочу, короче, от жиги ставить колеса. Те говенные вообще тележечки. Короче, вот эти камеры, покрышки, они вообще херовые. На 200, на 300 килограмм там максимум они. Возить плужок, да там еще что-нибудь. Эти ебаные фрезы возить. Так, с места на место переезжать. Ну ладно, короче, пошел я. Ну а сейчас, ребятульки, вот такие вот патроны самозарядные. Видите, вместо тоненькой прокладки здесь вот. Ну, вам не видно. Короче, вот такой вот толщины пыш стоит сверху. Это вообще чудо какое-то, друзья. Я вообще фонарил. Вот обычный капсуль забит. Видите? Ладно, короче, дую. Короче, только залез. Еще даже ружье не успел снять с плеча. Отсюда вот побежала коза. А там козел орет метров 200. Коза куда-то сюда вот пошла. В эту сторону. А козел там орет. Слышите, друзья, как орет? Коза как-то сюда вот побежал. В болотце. Че, друзья, два промаха. Один, короче, по косачу в лед. Один сейчас 10 штук уток летело на метров около 50. Шибанул, короче, промазал. Ни хрена. А там, короче, где я был сегодня, где я снимал видео, говорил, утки поднялись, когда я развернулся. Там сейчас, короче, крякают крикоши. Сейчас попробую, ребятульки, туда зайти. Вот. Давайте. Желаем мне удачи. Ну что, друзья, вот. Сегодняшний вечерний уловчик, короче, ротанчики. Сейчас, короче, подошел хозяин базы. Спрашивал, кто сети ставит. Вот, но я никого не видел. Кто ставит сети. Вот такие дела, друзья. Так, 4, 6, 8, 10 ротанчиков. 12, 14, 16. 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, короче, ротанчиков и один карасик, друзья. Карасик вообще маленький, собачка, да. Как-то так, ребятки.
ставим лайк. Короче, 6 патронов бахнул. В косача не попал. В 5 уток тоже не попал. Хрень, короче. Заряд херовый. Ладно, всем пока. Вот, друзья, наш ночной город. Нифига больше не видно это. Только вот два фонаря вместе, которые желтые. А так и вышки должны быть. Вот.